Мы продолжаем наш эксперимент, и сейчас мы попробуем выяснить, сколько тенге вмещается в один стандартный кейс. Здесь ровно 100 миллионов тенге. В каждой пачке 1 миллион. 1, 2, 3, 4, 5 миллионов, 6 миллионов, 7, 8, 9, 10 миллионов, 28, 29, 30 миллионов, 39, 40 миллионов, 49, 50 миллионов, 8, 59, 60, 68, 69, 10, 70 миллионов. Попробуем закрыть. Итак, дипломат не закрывается, давайте уберем лишнее. Итак, в итоге у нас 60 миллионов. И пробуем закрыть снова. Все закрывается. В один стандартный кейс вмещается ровно 60 миллионов тенге. Кстати, кейс тенге гораздо тяжелее, чем кейс с долларами.